Я просто поснимаю чуть-чуть там. Процесс. Ты будешь он? Нет? Прикольный такой блинчик. Вкусно. Ну, я еще не могу попробовать. Мы сейчас находимся в своей компании. Да, у тебя что, Мила? Скачаться с оружием. Филадельфия? А вот ты, у тебя что это? С огурцом. С огурцом и чем-то там, и роллы. Ну, это все роллы. Филадельфия еще как-то называется. А у тебя, Оль? Салатик и шуши шпинат. А у нас чай. А у нас просто чай. Ой, да ладно, они там мясо ждут, сидят. А у нас просто кусок мяса. Жареного, который сейчас приготовят и принесут. Наверное, да? Наверное, но... Такой вкусный, да? Ты же кушаешь, брат? Нет, ну, я бы не сказал, что фасад такой просто. Ну, нормально. Да, чуть-чуть обычно. Принесли моё. А это чьё? Это моё. А там? Это его. Это вам вместе. А вот же ещё одна. День удался, да? День удался, да, это точно. А это у тебя что такое? Это салат. Не будешь попробовать? Красиво. С грибами. Я уже наелся. Я еще чистый. Нет. Не, он уже все тут перемешал. Пару. Пусть картошечку наворачивают. Я чай хочу. Приятного аппетита всем. Шашлычок. Борус, вот сюда, стук. Тут вот этот лук прям на это. Наконец-то лето. Сейчас идет у нас курочка. Между делом идет ремонт у нас тут. Мы тут заливаем. Тропиночка будет красивая идти. Все из бетончика будет вот такой. А Эдин с Миланочкой делают оружие тем временем. Да, Милан? Вот тут у нас будет все бетончик. Здесь будет полностью щебенка. Кайфуем! Сегодня мы с тобой кайфуем. А можно музон сейчас я вам включу, подожди. Ну, что, Эдвин, пушку собрал? Счастливо.
Да. Кости не получилось. Че, нормально? Да. Стейк. Ну. Ништячок, блин. Запах шашлычка, блин, офигенно. О. Прикольно просто стоять, да, дым нюхать. Летом. Ощущение такое хорошее. О, офигенно красненькое такое. Как я люблю, прям смотри, блин. Ну, вот сюда, да? Нет. Нет. Тогда вот я буду держать вот так вот. Тяжело же будет. Нет, нормально. Так, я прилипла. Не хочет. Шашлык не хочет уходить. Туманчик такой прикольный, да? Все равно Башкири тоже прикольно, да? Если человек не портит места, то в Башкирии очень красиво. Пиздец, вообще он. Туманчик такой, да, вообще. Над клумбами летают стрекозы. А вот еще вчера штук 100 летало на горсовете. Это очень странно. А кто-то в сети знает старую примету. Если в воздухе много стрекоз, то значит грядет засуха, правда? Народ последний раз пишет, что будет так. Так, вот и доделали бетончик. Все. Дорожка готова. Взяли два блинчика. Один со сгущенкой, другой идет. Все подряд мне положили, в общем. Ветчина, в общем, все, горячие такие. Мамочка, у меня же замарается. Оружие надо достать, убрать. Так, твой блинчик, Миланочка, идет. Вот. Только горячий, аккуратненько. Сейчас будем тестировать. Да, сейчас пускай чуть-чуть остывает, аккуратно. А папа, наверное, продегустирует это дело, потому что хочется кушать. Классно, да, так смотрится? Ну, аппетитненько. Вкусно. Ну, вообще классно. Ну ладно, у тебя получается там? Может, тебе тоже, Оль? Нет. Вкусно так делают. И вот только получается, сразу вот сделали. Уже. Лови. Что, вкусно говоришь, да? Покажи. Там идет ветчина, лук, сыр, курица, помидорки, зелень, вообще почти все есть. Почти пицца, да? Да. Эдвин тоже хочет поесть, но ему нельзя, ему только зуб сделали. Может, тебе взять, потом обратно давай, пойдем, да, с собой возьмем, да? Да. И Эдвин покушает тоже. Ну и тогда мне обратно с собой. И, кстати, недорого. Сколько стоит? Вот это на полную катушку сделано, очень много всего. Угу. И еще два блинчика 200 рублей. Ничего себе, так дешево, что ли?
Ну, вообще, я думаю, скажут подороже, конечно. Угу. Потому что в том же KFC покупаешь. А у Миланочки там получается просто два блинчика, что ли? Нет, тут блинчики со сгущенкой. А у меня тут все положили, вообще все есть. Не просто там чего-то там, один блинчик, а ингредиентов много. Ну все, смотрите дальше.